секреты медитации для пожилых людей. Очень часто женщины и мужчины в взрослом возрасте не могут успокоиться. Наш организм, он как чаша. До вечера или на протяжении дня он начинает гудеть. Вы даже сами не замечаете, как сбоку начинаете качаться, трястись и так далее. Это все говорит о том, что ваша психика истощена. Вам сможет помочь медитация. Она улучшит вам качество сна, укрепит вам память и поможет вам со стрессом и тревогой. Итак, когда человек говорит о медитации, он думает, уж что-то такое страшное, колоссальное, это нам не подходит и так далее. Так вот, медитация – это возможность просто успокоиться. Человеку иногда необходимо просто сесть в тихом месте, сложить ручки, сесть поудобнее, закрыть глаза и просто посидеть. Не нужно ни концентрироваться на вдохе, ни на выдохе. Думать о чем угодно. Главное – ощутить, что ваше тело расслаблено. Куда течет ваше сознание, там происходит расслабление. Сев с закрытыми глазами, вы можете сказать, одна нога расслабилась, другая нога, живот расслабилась, руки расслабила, голову расслабила. Засеките время, начните с 3 минут и в дальнейшем старайтесь контролировать возможность нешевеления. Таким образом, вы научитесь контролировать свои состояния, так как когда колокол гудит, для того, чтобы его остановить, необходимо к нему прикоснуться. Так и мы прикасаемся к своему телу, останавливая его нервное гудение. Занимайтесь медитацией ежедневно от 3 до 10 минут. Вы очень улучшите свое самочувствие. Очень часто люди заблуждаются. Они думают, что мне слишком поздно начинать медитировать. Я не могу сосредотачиваться. У меня нет времени на медитацию, но вы должны знать, медитация это всего лишь инструмент для тотального контроля своего спокойствия. В дальнейшем вы научитесь и удерживать мысль, и успокаивать себя, и столкнетесь с тем, что вам станет этим пользоваться, и контролировать это будет вам все легче и легче. Подпишитесь на канал, ставьте лайки.